Ну что же, мы возвращаемся в The Henry Stickmin Collection. Вот. В общем, продолжаем. Я не знаю, насколько нам нужно Breaking the Bank снова, потому что... Ну... Там все, там одно единственное прохождение, которое возможно. Ну, типа... Вот и все. Как бы попасть в ловушку, а дальше что? How did we lose one? Да. Just to be safe. Ну, абсолютно то же самое прохождение, потому что тут один единственный вариант. Если во всех остальных эпизодах есть возможность что-то менять, вот, то здесь все одно и то же абсолютно. То есть одно и то же прохождение. Вот, мы будем идти по другим путям теперь. Мы не будем, будем пытаться найти что-то иное, в том плане, что, допустим, не просто там с той же Элли знакомиться в четвертом эпизоде, или, допустим, не с нашими дружками из этих из армии, а, допустим, познакомимся, наоборот, отправимся в топ-от-клан. Ну, кто знает. О, новый биос. Не забывать про это надо. Так, возьмем, допустим, здесь что-то другое. Ну вот наш благополучный... наш друг Дэйв, назовем его другом. Почему бы и нет. Вот, в суд мы обращаться в этот раз не будем. Поэтому вместо... телефона... мы возьмем, например, дрель. Угу. Там что-то, что-то было, ну ладно. Оу! Блин, это было быстро. Окей, значит, вниз надо. Удалось избежать. А теперь куда? По прямой. О, новый био чувачка какого-то с постера. Так, этот у нас есть. А что надо сделать? А, нифига себе! Нажать надо было. Подожди, подожди, я не всех успел забиусить. О, дрожащего чувака мы это забиусили. Окей. Тут же еще другие есть наверняка. Дайте мне всех забиусить. Ну ладно. А, западное место. Ух! Найс, мы еще и полицейскую машину стыбзили. Би-би-оу. Ну, поехали дальше. О, мэра, точнее, майора, блин. Мэра. Да. 112 миллионов стоит. Пиу-пиу. Да, там было написано про уборщика и про еще какие-то. В прошлый раз мы по-тихому пытались пробраться. Там несколько еще вариантов осталось, но давайте в этот раз попробуем вломиться. Ты думали, что это мотоцикл? Я тоже думал, но это самокат. Ну, в смысле, а что, что? Ладно, спрыгивать и правда было не лучшей идеей. Так.
Забирай, забирай. And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured night guarding is much less dangerous than driving. А, это чувак, который за рулем, по видимости, был. О. Это ссылка на GTA-шку. Ну ладно, значит, бросаемся камнями, окей. Как удачно. Три звезды — это вертолет, да. Ой! То есть я не успел ничего нажать, поэтому по времени как бы... Так... Нам повезло, что это был туннель. Упс. Почему разрушенный мост? Вторая машина нас догнала. Ладно. Почему пристрелили-то? Упс. О, мы выжили зато. Йоу, Мазик тоже. Intruder on a scooter. Мне нравится название. Генри была любовь с алмазом, это интересно. Уже третий эпизод. Интересно, мы снова окажемся на... у этих чуваков. Да, мы снова оказались у этих чуваков. Ну, это логично было бы. Пропускать это все не буду. Вдруг вы не смотрели первую часть. Но переводить мне лень, если честно. Так, этих я всех вроде бы, да, отметил. И генерала с этим, так что все ок. Надо не забывать кликать на био, потому что это дополнительные ачивки. А я собираюсь получить все ачивки. Вот Тед МакАдамс, который взломал как раз... О, который нас положил. Killed in action? Нифига себе. Кого-то убило даже. Короче, как обычно, он обещает, что нас отпустит. Чарльз — это лучший просто тиммейт, поэтому надо его оставить, я считаю. В этот раз мы снова будем хорошенькими. Мы не будем стопот кланом. Мы будем не стопот кланом. Так. Там был не один. Ну да ладно. Зато мы внутри. Да, нам нужно убедиться, что они преступники. Ого. Да, это интересно. Сэм Фишер в деле. Doors jammed again. Oops. Oh, hey, you see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just help you get across that gap. О, господи. Alright, here I come. Смотрите, Чарльз здесь. Ладно, Чарльз запросить о чем-то, это, конечно, опасно. Нажми уже. Ох. Кнопка вверх повышает гравитацию или поднимает вверх. Не знаю, что бы это могло быть, но ладно. Похоже на какого-то из друзей Соника, только алкаша, если честно. Yeah.
hacked into their security system. I should be able to open the door from here. Оп. Не та дверь, ладно. Прости, братан. Так. Ух ты, сколько всего. Ты должен был напугаться, братан. А что они все в шляпах? Кто под это шляпа, что-то такое-то? А вот он улики. Короче, через вентиляцию нам предлагают пойти, окей. Я хочу продолжать делать, может что-нибудь произойдет. Я искренне надеюсь, что он что-нибудь поймет. Раз пять, наверное, надо сделать, нет? Если я сделаю это 10 раз, и все равно тот же самый результат будет, будет крайне обидно. Ладно, поймите, это бесполезно. Все, честно, последний раз это был. Ну ладно, кто сдается на полпути? Все, ладно. Точно, последний раз. Меня уже самого это задолбало. Ну, все. Ох ты ж, блин. Это было опасно. О, танк. Как в этих червячки. Правда, по нам тоже попало, ну да ладно. Давайте, ладно, форсган. Кнопочка на наших наушниках. Ой, бедные чувачки. О, нормально запрыгнули. Короче, это наша вообще единственная была возможность пройти этот ролик, это задание, ну да ладно. О, зато мы весь клан завалили. Побег из комплекса снова. Я их не хочу бросать Элли, поэтому попробуем с ней пройти просто по другому пути. Вот. Hello, Henry. Welcome. Добро пожаловать в стену. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. And now we have the infamous Henry Stick. You're going to be here for a long time. Он был его тоже. Григорий, take him. А, и Григорий, и этот чувак у нас уже есть? Все, ок, да? Да, все. Я предлагаю... Опять, что ли? Блин, я же не хотел сбежать из... Без Элли. Можно вернуться к Элли. Я не думаю, что это сработает. Warum ist die Pferd zu klein? Was? Nein! Wow! Что это такое? Wo ist er? Блин, прости, Элли. Yes, go ahead. Кростка Дмитрий Йоханнес Петров. Stickman. Yeah, Henry Stickman has escaped. Still there? Attention. We have an escaped convict. You
нас сбежал кто-то. Танк. Что это такое? Ладно, это была плохая идея. Gee, thanks a lot. Вот, пожалуйста. Подожди, подожди, а что, что, что? Я рано сбросил, да? Вон вам, пожалуйста, отсылка на Nights at Freddy. Да, я рано сбросил, как видите. Дайте пробуем чувака с мечом, что ли? Генри и Карлов. Все? Бедный Карлов. He's up here somewhere. We cannot let him get through this gate. Oh, nice hat. Hey, you want to try that? Push me out of the shop, can you? Yeah. Что делать дальше? Ой, надо смотреть на дорогу, да? Да, надо смотреть на дорогу. Ну ладно. Так, всех мы забрали. Вот еще один был. Подожди, вот еще один был. Надо снова воспользоваться парашютом. Чисто для того, чтобы этого чувака поймать. Во, новый бил есть. Да-да-да, я знаю, я слишком крут на ачивках. Так, скидываем с дороги. И бочком, бочком. Но, к сожалению, это не форсаж, поэтому дрифт не прокатит. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. You've got two options here, Henry. You stay in there, or you return with us back to the complex. What's it going to be, Henry? Если ничего не делать. Oh, that's just too bad. All right, everyone back to work. I will not forget about this. Да ладно! То есть я не зря ничего не делал, просто было странно, что появилась только вот эта вот ворп-звезда. Считаемся мертвыми, неплохо. Что была только вот эта вот ворп-звезда, и как бы все. Ну, почему без других вариантов? О, отсылочка на Papers, Please. Почему бы и нет? Ну ладно. Бедная Луна. Мы воспользуемся именно теми концовками, которые открыли в этой части. Потому что мы можем, конечно, их трактовать, ну, типа, менять как угодно, но вот эти вот концовки мы, допустим, будем пробовать позже. Когда... Ну, потому что проходить заново это не будет смысла иметь. Вот. В любом случае, сколько вариантов? Смотрите, 1 к 5 умножить на 4. 20 вариантов всего. 20 концовок, 20 видосов, поэтому почему бы и нет. Я не против, надеюсь, вы тоже. 20 видосов растянется примерно до конца... Ну, не августа, конечно. До середины августа, мне кажется, точно. В любом случае, поехали, приступаем к последней миссии. Вот, правительственный... Господи. Сыщик и... Считающийся мертвым, короче, вот. Henry, I heard you die. Man, the Topak clan has been causing a bunch of problems. Charles. Yeah, ever since they got that orbital station set up, they've been super strong. Now that I think about it, you and I made a pretty good team in the past. No, we can take them out. It's starting to get personal. Charles. What do you say? You want to help me take him out for good? Awesome. All right, follow me. I have a way we can get into space. На вертолете? Да. Было бы забавно. Вау. There it is. All right, how do you want me to bring you in? Oh, this is so exciting. It's just like last time. Трэшбол. Idea, trust me. Ну ладно, это было по приколу.
О, Among Us опять. I told you it was a good idea. The top bats have no clue you're there now. I'm gonna stick back here though, so they don't detect me. Should still be able to help you get inside from here though. You know what? No. This calls for some bold action. I'm the bold action man. Сервис, как всегда. Слушай, а мы попали оба. В этот раз сработало. То есть нам просто сбежать через нужно, да? Looks like the door's jammed. This is the only way through. One, two, three. I think I can hack this panel to get the door to open. Yeah, I have no idea what I'm doing. Ай, Чарльз, красавчик. Leads somewhere on the other side. Не, Чарльз лучший, конечно. We're running out of time. Damage to core. Please evacuate immediately. Reverse thruster engaged. Ух. Не в ту сторону. Got room for two more? Стой, стой. Я еще раз, мне кажется, не всех отметил. Got room for two more? Нет, всех отметил. Еще успел собрать Among Us. А, она сломанная, ну да ладно. Well, that was intense. Can't wait to go home, huh? Нет, Чарльз! Чарльз! Нет, Чарльз! В смысле, миссия выполнена? Уничтожили, конечно, но, блин, Чарльз. General, the Top Hat station's been destroyed. Excellent news. What's wrong? На этом все? Я предполагаю, что это концовка под названием Valiant Hero. К сожалению, да, ничего больше нельзя сделать. Но всем спасибо за просмотр. Не ожидал я, что тут такая грустная концовка будет. Я только говорю о том, что Чарльз такой весь прекрасный, распрекрасный, а тут... Блин, ну почему так? Почему самое лучшее уходит так рано? Ладно, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Пойду пить чаек и заедать горе мороженым. Я знал Чарльза немного, всего лишь час, по сути. Учитывая, что прошлый видос плюс этот. Но он уже мне запал в душу. Помянем его минуткой молчания после видео. Так что всем удачи, берегите себя и своих близких. С вами был Джекей. До скорых встреч.